Теплый рекорд. Почти все здания в Самаре подключены к отоплению. Отопительный сезон этой осенью стартовал раньше обычного. Коммунальщики не стали дожидаться отметки в 8 градусов в течение 5 дней. В первую очередь дали тепло в детские сады, школы, больницы и дома культуры. На сегодня осталось 170 зданий без тепла. Батареи в них нагреются на этой неделе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на этот день, в сезон 16-18, было подключено 86% домов. Сегодня 98,4%. В целом, такие итоги стали возможны благодаря предварительной подготовке. За лето коммунальщики подготовили более 100 котельных, переложили километры теплосетей. Глава города Олег Фурсов отмечает набранный темп работы. В летний период удалось переложить значительное количество теплотрасс, почти 24 километра, если не ошибаюсь, но чуть поменьше. Это в 3 раза, по-моему, по объему средств больше, чем в прошлом году. Сейчас важно следить за ситуацией. Могут быть порывы, поэтому на готове всегда должны быть бригады. С сегодняшнего дня в районах работают телефоны горячих линий, по которым жители могут обращаться по поводу отсутствия отопления. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.